Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня краткий обзор после моей воскресной охоты на Валенсийском лошином рынке. И сегодня можно чем-то похвалиться, хотя сегодня был улов не такой уж большой, но эффективный. Итак, с чего начнем? Что мне попалось на глаза и что мне понравилось? Пришлось вот так вот все зарядить, чтобы все постепенно рассказать. Вот такая интересная рамочка. С виду она, конечно, рядовая, но вот в зале, посмотрите, как оригинально она сделана. Сзади она вот на таких вот чубиках. Вот мне это понравилось, я ее забрал. Я ее немножко отреставрирую, и будет очень интересный экземпляр. Так. Что еще? Мне попался вот такой мольберт. Мольберт 70-х годов. В очень хорошем состоянии. И я спросил, думал, очень дорого будет стоить. А оказывается, нет. Мадам мне его продала всего лишь навсего за 10 евро. Так что, представляете, вот такой качественный мольберт за 10 евро. Дальше. Повезло неслыханно с красками. Вот посмотрите, на чемоданчик деревянный. Вот. Вот он идет в таком комплекте, вот такая. Вот смотрите, то есть тут получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тюбиков краски, плюс эссенция, плюс льняное масло, стирательная резинка. Вот этот вот, чтобы вы посмотрели, чемоданчик. Очень хорошем, классном состоянии, сохран очень хороший. Я купил его 5 евро. Так что мне удача сегодня светила. Дальше. Для того, чтобы я в предыдущих роликах и в группе выставлял, что я буду реставрировать картину, подобрал я наклеить двойной холст. Потому что холст в картине порванный для реставрации. Купил вот такую ткань. То есть сзади ткань будет обклеена вот таким цветом. Будет очень красиво. Дальше. Очень оригинальные две такие бутылки. Бутылочки сделаны действительно очень супер оригинально. Посмотрите, как выгнаты все. Какой-то это сама кожа тут обтянуты. Подписана эта бутылка коньяк. Да, смотрите, какая красивая. А вторая под стать этой же бутылки, такая же изогнутая, видите? Все только виски. Я их еще не мыл, просто вот подготовил так, пыль немножко протер, чтобы вам было удобнее показать все. Вот посмотрите, какие красивые две бутылки. Дальше. Попался мне вот такая вот коробочка от часов Баса. В принципе, сохран хороший. Ну, не знаю, для чего-то взял, не знаю почему. Попалась энциклопедия Альбатрос. Взял чисто из любопытства, никогда не попадалось. Их всего 4 тома. Буду разбираться. Потом, значит, книжка интересная про товарища Франка. Вот, Альфредо тут парень интересный, рассказал, типа, его общение с товарищем Франко. Ну вот, как-то так, не знаю. Нужна она мне, не нужна, пока непонятно. Что точно нужно, вот эта книжка 84-го года, это «Туристические пути деревень». И мне это очень интересно смотреть, почему. Очень хорошо иллюстрировано черно-белыми фотографиями. Вот. И это для меня очень хорошо. То есть, думаю, это мне точно надо. Дальше. В Валенсии, когда дети получают первое причастие, ну вот, всем друзьям дают памятные вот такие вот карточки. Да, вот видите, вот это. И мне попалось вот такое количество, огромнейшее количество вот таких вот
карточек. И они все чистые. Это все старинное. Это где-то 30-е года, не меньше. Вот. Набор очень большой. То есть, как бы, не знаю, что-то будем с ним делать. Дальше. Нежданно-негаданно вот такой вот бумеранг. И знаете что? А бумеранг-то австралийский. И вот эта вот штучка-дрючка нарисована вручную. Так что такой интересный бумеранг. Вот. Дальше. Попалась мне я просто на полу. Подобрал вот такой кусочек кожи. На ней написано Майорка, что-то такое. Ну, пусть будет пока. Это мне подарили в упаковке. Карточки вставлять от Кахи Банкия, то есть типа кошелька. А это вот просто тоже соберу карточки сюда вставлять. Новая, ну то есть не знаю, нужно мне это, не нужно. Товарищ подарил для ножа. Ножа нет, но вот такой вот футлярчик для ножа. Не знаю для чего. Оно мне надо, оно мне не надо. Вот такие две ложечки. Для обуви. Одна с какой-то там надписью. Да? Вот, да. А другая без. Это такая мелочевка. И попались мне два брелочка. Вот это вот 25 песет. Один брелок. Это просто брелок, не знаю. Просто вот так. Какой-то слиток. Ну, собственно говоря, и все. В любом случае, охота, я считаю, удалась. За короткое время я вот так вот прибарахлился. Конечно, мольбертик мне понравился, краски мне понравились. Ну, вот такой небольшой обзор. Надеюсь, вам понравилось. Друзья, пишите отзывы. Приходите, кстати, в Фейсбуке в группу «Антиквариаты и винтаж из Испании». Мы будем вам рады. Группа, кстати, очень хорошо растет. И благодаря видео тоже. Ссылка будет в описании. Так что всех благ и всем всего хорошего.